В программу развития Орска до 2035 года включен электротранспорт, то есть трамвай, что подразумевает и покупку новых вагонов, и ремонт трамвайных путей. Об этом сообщил глава города Василий Казупица в своем телеграм-канале. Есть в нашем городе вещи, которые делают его особенным. Орский трамвай – одна из них. В своей публикации также он отметил самоотверженность и профессионализм работников Орсгортранса, которые боролись со стихией и работали круглосуточно на трамвайных путях. Когда из-за резких перепадов температуры обледенели рельсы на верхней дамбе и движение транспорта было остановлено. Специалисты вручную освобождали пути ото льда. На отрезке от площади Гагарина до кольца Форштадта движение было восстановлено. Путейцы продолжают свой труд.